в городе Ош, а также в других регионах страны, все больше появляются светофоры с дополнительными секциями. Часто водители не уверены, как правильно проезжать такие перекрестки. Рассмотрим одну спорную ситуацию. Горит зеленый, но дополнительная секция налево не включена. Заметьте, что на основном зеленом нет контурных стрелочек. Можно ли повернуть налево? Или нужно дождаться, когда загорится стрелочка? Вначале мы узнали, что думают об этом местные водители. Светофор дожа шилжанды, бирок кошумча секция жана элек болсо солго бурулса болобу? Солго бурулуш болбойт, өзүн туура эмес ал. Бурулуш солго болбойт. Дополнительный, эгерде иштебей калса, солго бурулушка. Бирок машиналарды карап, жок болсо мына камек бербей, бурулса болот. Болот. Негизги светофор жанып тургандан кийин, негизги светофордо солго мүмкүн эмес. Себеби мына дополнительный секция турат. Дополнительный секция жангандан кийин гана солго бурулуш керек, да? Также мы спросили у инспектора, который следит за соблюдением правил дорожного движения на наших дорогах. Болот, эгерде дополнительный жанылык болуп, основной жашыл жанып турса, пункт 6, памет жок болсо, встречный жок болсо, буруерсе болот. А теперь давайте обратимся к правилам дорожного движения Кыргызской Республики. Нас интересуют три пункта. 6.2, 6.3 и 6.4. Пункт 6.2 описывает светофоры с круглыми сигналами. И здесь сказано: зеленый сигнал разрешает движение. Так как в этом пункте нет примечаний, значит зеленый сигнал разрешает движение во всех направлениях. Пункт 6.3 описывает светофоры, на которых на основной зеленый нанесены контурные стрелочки и которые имеют дополнительные секции. И вот теперь вопрос. Каким пунктом правил должен руководствоваться водитель? Пунктом 6.2 и на основной зеленый сигнал повернуть налево? Или пунктом 6.3 и все-таки дождаться включения стрелочки? И вот здесь нам помогает пункт 6.4. Здесь сказано, если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка, то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора. А если таких стрелочек нет, как в нашем случае, тогда водитель не обязан знать, в каком направлении указывает стрелка в доп-секции. Например, ночью можно вообще не заметить эту стрелочку, пока она не включится. Поэтому в госстандарте прописано: при наличии дополнительной секции на рассеивателе основного зеленого сигнала наносят контурные стрелки направлений движений. Какой из этого можно сделать вывод? Проезжая такой светофор, не получается полностью руководствоваться пунктом 6.2, так как на светофоре есть доп-секции, а также пунктом 6.3, так как на основном зеленом нет контурных стрелочек. Поэтому кто-то считает, что не обязательно дожидаться включения дополнительной секции, так как горит круглый основной сигнал, который и так разрешает движение во всех направлениях. Ну а кто-то считает, что нужно обязательно дождаться включения стрелочки, чтобы не нарушить пункт 6.3 правил дорожного движения. Поэтому мы решили проверить и поворачивали налево на основной зеленый сигнал, не дожидаясь включения стрелочки. И инспектора ГОБДД ни разу нас не остановили. Как поступить вам? Решайте сами. Пока есть такие светофоры, всегда будут разные мнения на этот счет. Свое мнение по этой ситуации вы можете написать в комментариях к этому видео.